Да все, все, хватит, нахер. Опустится. Еле все примерзает, нахер, блин. Сейчас первое свободное время, нахуй, все эти парели переделываю, нахуй. Хуета, блядь. Там брызговики оторвали, нахуй. Все летит вон с него, нахуй. Туда. И все это замерзшее, блядь, два часа, нахуй. Почему не досняли загрузку? Потому что, блядь, вот. Вот так вот. Парились, блядь, вон с него всего лед с этих, блядь. Хер пойми чего, блядь. И одному, блядь, ехать на вы. Сюда, в бок чуть. Ага. Ну и хватит ты. Одному ехать на выезд, блядь, это вообще будет. Их не запихать, не разложить. Да, жесть, блядь. И не погрузить нам. А, печально, конечно. Трактор. Сейчас. Сейчас, Игорь. Этот, а он стоит на ручнике или нет? Посмотри. Что делаешь? Ты машину толкай. Толкай машину. Толкать надо, и она нормально пойдет на. Ну ты однорукий, а. Так, давай там вдвоем попробуем, потому что если я буду отъезжать, блядь, она шлепнется задним бампером. Ты давай багажник мне это. Так, на, держи, сейчас я попробую чуть отъехать, посмотрим, что получится. На лебедку надо отцеплять. На лебедку, подожди. Она натянулась. Ага, все. Толкай, толкай. Да, блядь, что ты делаешь-то? За лебедку надо. Зацепи. Лебедка, Игорь, это для страховки.
А, не укатит. Вот ты отъезжаешь? Ага. Парель вместе с тобой едут, а? Держать надо. Зараза, тяжелый. Давай, давай. Идет. Ага. Вот. А ты говоришь. Бампер новый, не поцарапай, главное. Бампер новый, да? Да. Теперь все. Попробуем отъехать. Как мы с него парели достанем? Новый бампер. Все, стой. Так, ну, вроде не на месте, но на месте. А молоток-то зачем здесь? Мы его вчера забыли убрать с платформы. Так, с ним мы приехали? Да. Иди кинь его в этот. Да. Ящик его или под сиденье? За спинку, конечно. Ага. Так, вот такая машина. Даже заводится и едет. Блять, расколото. Вот так, в общем. Проводов медных море. Ладно, все.